Харе Кришна, дорогие преданные. Добрый вечер. Мы очень рады вас видеть у экранов наших телевизоров. На нашей кухне. Да, мы сегодня собрались на нашей кухне. Самые интересные, самые неформальные беседы обычно проходят на кухне. Это традиция нашего народа. Вы можете задавать свои вопросы, писать в чат на скайпе. И мы постараемся в режиме онлайн отвечать на ваши вопросы. Сегодня тема, о которой мы будем говорить, называется «Предписанные обязанности грехаски». Что такое обязанности? Ты знаешь? Догадываюсь. А почему предписаны? Кто их нам предписал? Все-таки считаю себя последователями определенной культуры, да, то, наверное, есть те обязанности, которые предписаны, соответственно. Вот смотри, интересно получается, когда мы сюда приходим, нам говорят... Куда сюда? Ну, в Харе Кришну. Нам говорят, просто повторяйте Харе Кришну и будьте счастливы. И возвращаетесь обратно к Богу. Но что интересно, какое-то время проходит, нам говорят обязанности. А нам говорят, Бхагавад-гиту вы читали? Мы говорим, Бхагавад-гиту, конечно, читали. А нам говорят, а там в Бхагавад-гите есть стихи. Да? Про обязанности. Вот, в Бхагавад-гите все прописано. Не правильно? Ну, на мой взгляд, многие все-таки полагают, что ну, преданным нет обязанностей. В Бхагавад-гите же этот стих, что... Материальных нет обязанностей, многие преданные считают. Все знают, что есть духовные обязанности. Воспевание святого имени, чтение книг. Так Кришна вообще в 18 главе говорит, вообще оставь все виды религии. Или все виды дхармы, если правильно переводить. И просто предай себе. Там не говорится даже о духовных обязанностях. Просто предай себе все. Ну и что, значит, надо все оставить или как? Предаться. В этом смысл весь. Просто ну, натренировать себя как-то определенным образом, чтобы ну, всегда думать о Кришне, я так полагаю. А кто будет мои обязанности выполнять? А Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что тот, кто предался мне, он никому ничем не обязан. Ни родственникам, ни полубогам, ни правительству. Ну вот, допустим, я вот все говорю, все. Я предалась Кришне. Вот, поэтому... Вы сегодня останетесь без обеда, у вас не будет чистого белья и всего, потому что я предалась Кришне, я буду повторять мантру, читать книги Шрила Прабхупады, слушать лекции, это дхарма этого века, воспевание святого имени, харер нама, харер нама, харер нама, килалам, калава настела, настела, настела. Поэтому все, я предалась. Ну, это и есть сознание Кришны. Все оставляешь, все бросаешь. У тебя нет ни обязанностей, ни родственников. Ты просто предаешься. Это так многие считают? Ну, я так считал, когда был очень молодым. А на самом деле как? Причем я себя некомфортно чувствовал при этом. Я считал, что вот именно так должно быть, но при этом я не мог бросить все. Я думал, что ты в мае, потому что ты продолжаешь так заботиться. Мне помогали окружающие думать, что я в мае глубоко нахожусь. Что я привязан к семье, к обязанностям. А я вот никогда не считал себя хорошей кришнаиткой, поэтому я считал, что я даже не буду предаваться. И ничего не хотел бросать. Я не знаю, имеем ли мы какое-то право сегодня что-то резво объяснять, как жить. Но так или иначе, есть умные книги, мы будем сегодня на них опираться. Мне нравится серия высказываний Бхактивинода Тхакура в разных его книгах. Одна, к которой мы чаще всего прибегаем к ссылкам из этой книги, это Бхакти-йога Вритти. Обязанности разных преданных он рассматривает
обязанности преданных, которые находятся в ученичестве, в отречении, и обязанности грехастх, семейных людей. То, что касается грехастха, он говорит, что людей с качествами грехастхи большинство. Мы видим, что в нашей организации это 99% людей, которые принадлежат так называемым грехастхашам. Некоторые просто женаты, но при этом считают, что они грехастхи. Это большая разница. Мы будем разбираться, в чем разница. Некоторые действительно грехастхи. То есть это люди, которые живут в семье. Женатый, не женатый, он в семье находится. В смысле, как он не женатый? Ну, как допустим, он чей-то сын. А, чей-то. Он находится на попечении родителей. Угу. Сын или дочь. Ну, все это грехастхаша. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что у человека есть три тела. Духовное, душа, сама. Тонкое, ментальное. Это ум разум? Да? Ум разум должен, наверное. И грубое тело. То, что мы видим. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ну, у каждого из этих типов тел существуют разные потребности. То есть, несмотря на то, что мы являемся духовной сущностью, мы не можем отрицать, что у нас нет материального тела. То есть нет тонкого тела и нет грубого тела. Но обычно на первых порах, когда человек только знакомится с сознанием Кришны, здесь происходит такой эффект эйфории. Да представьте, как человек, который долгие годы блуждал по пустыне, вдруг находит оазис и начинает с жадностью пить воду. Допустим, там 10 суток был без воды. Представляете, что с ним происходит? Люди, которые испытывали такую жажду, и которые... Духовную жажду, да? Нет, не духовную, я имею в виду, вот, находились в таких обстоятельствах, которые, скажем, где-то блуждали и долгое время были без воды, а потом начинали пить, они говорят, что состояние опьянения наступает. То есть вода, обычная вода, которая поступает в тело такого страдающего, она оказывает удивительный какой-то эффект. Ну, человек чувствует себя пьяным, такая эйфория наступает. Он становится безрассудным, он готов пить и пить, пока не лопнет. То же самое людей касается, которые сильно голодны. Мы, в свою очередь, также похожи на безумцев, и мы очень изголодались по духовной энергии. Когда, будучи неофитами, мы приходим в лоно духовной организации, мы соприкасаемся с этой могущественной энергией. Мы чувствуем эйфорию, мы чувствуем счастье, мы теряем представление о времени, мы теряем представление о такте, да, бывает так. Ну, это вполне естественно, потому что, да, духовный мир дает какие-то... Мы понимаем уже, что мы не тело. Да, это понимание сразу же приходит. И первое, что происходит, что мы не тело, и мы даже... иногда не учитываем, что оно у нас есть тело, да? Любые вещи, с которыми мы сталкиваемся сразу же, придя в общество преданных, например, общение, воспевание, просад, все эти вещи действуют на нас, а нормальные вещи. Я так думаю, что Кришна специально там все устроил для того, чтобы, ну как-то, знаете, человека с низкими качествами, еще пока с низкими качествами, привлечь. Потому что в основном люди приходят, ну, с той целью, чтобы избавиться от страданий. То есть он страдает, страдает, его плющит карма, да? И вдруг он приходит в лоно духовной организации, и тут такая лафа наступает, так хорошо, его здесь не бьют, с ним не общаются нецензурно, да? Все очень учтиво, так кланяются, молитва на сложа руки. Люди, от которых приятно пахнет, с ними приятно общаться, они говорят, ну, какие-то умные вещи, у нас очень хорошая философия сильная. И все это похоже на такую как бы сказку. Естественным образом пьяный человек, он забывает о своих обязанностях. Кто-нибудь видел пьяного, который бы сидел и думал, как ему исполнить свой долг. Да? Пьяные люди забывают обо всем. Вот неофит, который приходит в сознание Кришны, ну, вон любой другой религиозной какой-то культуры, он подобен такому опьяненному человеку. Но
это опьянение не должно проходить вечно, то есть пора и честь знать, пора уже что-то делать для того, чтобы по-настоящему начать духовно прогрессировать. И для этого нам необходимо принять две вещи. Совсем недавно, мы опять же Бхактин Такур это прочитали с тобой в книге «Наставление Господа Чайтаньи Шишадриты». Да? И там очень просто описывается два необходимых условия для успешного духовного прогресса в сознании Кришны. Первое – это занятие преданным служением, то есть чтобы наши чувства были заняты непосредственно служением Верховной Личности Бога. И второе, я не сразу разобрался в этом, найти прибежище у духовного учителя. Я так подумал, а не одно ли это и то же? То есть в чем разница? Почему Бхактисиддханта Тхакура, опираясь на высказывание Господа Чайтаньи, на наставление Господа Чайтаньи, выводит эту формулу? То есть что-то разное, по всей видимости, это не одно и то же, заниматься преданным служением Господу и принимать еще вдобавок к всему наставление духовного учителя. И у меня возникает понимание, что именно духовный учитель обязан рассмотреть наши материальные качества и в соответствии с ними выстроить нашу индивидуальную садху. То есть наш индивидуальный режим, благодаря которому мы могли бы духовно прогрессировать, исполняя как свой материальный долг, так и духовный. Что ты скажешь по этому поводу? Папа говорил, мы должны предаться духовному учителю, только одна большая проблема есть. Я своим духовным учителем вижусь один раз в год. Но тебе повезло. Тебе повезло. Нет, но смотри, но мой духовный учитель говорит, вы должны принимать шикшу. Да? И он говорит, вы должны быть заняты служением в том месте, где вы живете, вы должны общаться с теми лидерами в том месте, где вы живете, где вы занимаетесь служением. То есть вы должны помогать мне в миссии, да, помогать мне в моей миссии в том месте, где вы проживаете. Да? То есть все. То есть, значит, я должна пойти к местному руководству и сказать, вот я умею делать это и это, займите меня, пожалуйста, служением в соответствии с моей квалификацией. Правильно? Тебе очень повезло, то есть есть наставление, то есть ты знаешь, что делать, мало того, местное руководство тебя заняло в соответствии с твоими качествами. Все в данный момент, то есть... Нет, а местное руководство, оно, мне кажется, любого может занять, если человек придет. Потому что вот иногда, я знаю, многие преданные говорят, вот я не знаю, чем мне заниматься, каким служением, мне никто ничего не дает служение, но кто даст, вот допустим, откуда я знаю, что мне вот кто-то может что-то помочь по моему служению. Если я не попрошу, или если ко мне подойдут и скажут, вот, знаете, вот мы вот можем вот это, вот это, вот это. А ну если преданные не проявляют инициативы, как руководство храма, лидер общины, могут занять этих преданных служением, если они не знают, что они могут делать. Значит, преданные сами должны идти и проявлять какую-то инициативу. Или как? Или они должны просто говорить, ну, у меня нас никто не занимает. Ну, все. Инициатива, да. Но мы так или иначе немножко отклонились от курса нашей сегодняшней беседы. То служение, о котором ты сейчас говоришь, в рамках духовной организации, в рамках общины, храма, это лишь одна из частей наших обязанностей, одно из направлений. Но это то, что касается проповеди. Да. Да? Мы сейчас разобьем тему, подойдем к этому постепенно. Так вот, Бхактисиддханта Тхакура утверждает, что потребности всех этих трех тел, духовного, тонкого и грубого, должны быть удовлетворены. Давай разберемся, грубое тело, каковы его потребности. Да, но оно хочет есть, оно хочет пить, оно хочет спать, мое тело хочет спать много. Вот, потом... надо тепло одеваться, давай надо... Давай канонически ответим. Есть четыре вида потребностей у материального тела. Это еда, сон, совокупление, оборона. То есть вот эти четыре вещи, они на грубом плане прописаны в виде...
таких рефлекторных функций, что ли, тела. То есть любое тело, мужское, женское, там, скажем, тело, там, не знаю, кришнаиты, христианин, там, буддисты, это тело будет диктовать свои правила, потому что оно вышло из земли, что называется, да, и в этом теле все эти вещи прописаны. Например, это тело знает, как дышать. И точно так же это тело знает, как оставлять потомство. Точно так же это тело знает, как кушать. Мало того, оно хочет это делать. То есть все вот эти вот виды потребностей, они настолько находятся внутри нас, внутри нашего ложного представления о себе, что оторвать это от себя как-то быстро просто невозможно. Нет, ну как? Это вообще невозможно, если я не буду есть, я не буду жить, я умру, я не умею. Мы немножко сейчас это забегу вперед, чтобы было это понятно. Мы так или иначе должны развить свое истинное эго или истинное представление о том, кем мы являемся на самом деле, то есть духовным существом. Мало того, для того, чтобы иметь пропуск и вернуться обратно в духовный мир, мы уже в этой жизни, пусть даже, может быть, ближе к ее концу, должны точно понимать, каково наше изначальное положение там, то есть какова наша сварупа, а это полностью духовное отождествление. Но сейчас мы очень сильно себя отождествляем именно с грубым материальным телом в первую очередь. Это отождествление настолько глубоко сидит в нашем сознании, а вернее даже в подсознании, то, что ученые называют подсознанием, то есть той областью, которой мы даже не руководствуемся, и она руководит нами. То есть там в подсознании прописаны разные функции, программы, они управляют нами. Мы, например, не думаем о том, как дышать, да? Но мы знаем, что контролируя дыхание, йог может достичь разных там йогических совершенств, скажем, или перенестись там на какие-то другие планеты, достичь высшей цели даже, освобождения. Точно так же, контролируя там сон, еду, совокупление, оборону, мы можем развивать себе бхакти, понимать, от кого мы зависим. Например, если мы будем кушать просад, мы будем понимать, что Кришна, он заполняет нас, наш дух, грубые даже силы, да? Или правильным образом обороняясь, полагаясь на Кришну, мы будем понимать, от кого мы зависим на самом деле, кто нагоняет опасности, кто, собственно, нас защищает. Mm-hmm. Это одна и та же личность Кришна. Но в самом начале наше отождествление с грубым телом очень сильное, мы не должны это бросать со счетов, как бы нам не хотелось быстро там спрогрессировать. Мы должны понимать, что быстро только кошки родятся, а то, что имеет какую-то определенную цену, а наша цель, она самая ценная вообще во всем мире, то есть развить в себе дремлющую любовь к Богу, вернуться обратно в духовный мир, это дорогого стоит, и над этим приходится работать, и может быть даже не одну жизнь. Но Господь Читание говорит, что в принципе можно и заодно, если ты будешь все правильно делать. Так вот, давай поговорим о том, как теле оно что хочет, или каковы его потребности. Ум, разум, ложное эго. То, что мы называем интеллектом, эмоциями. Ну, чувства, эмоции, мы хотим полюбить, мы хотим быть любимым, мы хотим радоваться, мы хотим испытывать какие-то эмоции, какими-то вещами наслаждаться, тонкими отношениями, какими-то. Получать знания. Тем мы отличаемся от животных, что у нас развитый разум, и он в первую очередь хочет оправдаться перед самим собой и сказать, ну ты не животное же. Ну, что значит вот эти четыре потребности? Сон, оборона, совокупление, там, или что там еще, еда, да? Если уж кушать, то кушать красиво, там за красивым столом, допустим, какие-то красивые блюда. Хорошо, чтобы там приятная музыка при этом была. Что еще? Чтобы это какие-то хорошие люди, чтобы это все приготовили. Ну да. Если уж спать, не просто спать, а на мягкой кровати, да? Mm-hmm. На шелковых простынях. На шелковых простынях, скажем, не на улице, скажем так, бомжи, а в трехкомнатной квартире, скажем. Четырехкомнатной. Точно так же тонкое тело именно человека, оно
ну, хочет разнообразия во всех остальных сферах деятельности грубого тела. Скажем, не просто там зачать потомство, а чтобы это была какая-то лирика, романтика, чтобы стихи написать, чтобы там ночью не спать в чувствах, там, ну, понимаешь, о чем, да, речь? Мы были молоды, нам знакомы с тобой, все эти вещи не обошли нас мимо. И то, что касается обороны, ну, не примитивно, скажем, кулаками или клыками, как это делают дикие звери, а, ну, с помощью, там, нанятого секьюрити, да, или какой-то сигнализации. Ну, замок, да. Замок, консьержка в подъезде. Вот такие виды, да, обороны. Застраховать обязательно имущество. А что хочет духовное тело? Его основные потребности в чем заключаются? Конечно, быть. Ну, это абсолютная потребность, да. Для начала получать знания. Как появляются знания, появляется некий интерес, вкус. И нам хочется общаться с себе подобными, с преданными. С людьми, которые занимаются духовной практикой. Потребность духовного тела, чтобы эго, ложное эго ослабевало. Потребность духовного тела общаться с теми, кто гораздо старше нас в духовной жизни. Кто может дать нам это знание, то есть кого он получает? Знание и эмоцию саму, эмоцию вот этой любви к Богу для того, чтобы вдохновиться. Все это потребности духовного тела. Таким образом, мы видим, что у нас появляются три сферы интересов. Духовная, скажем, эмоциональная и грубо физическая. Вот эти три сферы интересов. Бхактисиддханта Тхакур говорит, все три они должны быть удовлетворены. Иначе происходит перекос. Это речь идет именно о таких вот начинающих бхактах, как мы. Угу. Там 5 лет мы там занимаемся практикой, 20 лет там делаем не в этом. Если у нас есть склонность жить в семье, если мы обязаны жить в семье, допустим, мы до конца не реализовали свой долг, там, скажем, перед детьми, допустим, будучи молодыми преданными, мы зачали там благочестивое потомство. А наша чистая преданность там ударила нам по голове там, через 10 лет духовной практики. Ребенку 10 лет, мы не имеем права его оставить. Вот. И если кто-то оставляет детей под предлогом необузданной чистой преданности, не верится. Не верится, так не бывает. Так вот, эти три вида обязанностей, они предписаны шастрами. На основе вот всей этой философии возникает система варнашрам. То есть у каких-то людей разные физические тела, разные ментальные тела, разные потребности, разные обязанности. И система варнашрам классифицирует их 4 уклада, 4 вида отречения. В наше время нам не то, что невозможно построить варнашраму, скажем, здесь вот в России, а сложно даже и понять, порой бывает, а почему именно так? Почему именно так все было устроено в те далекие времена? Тем не менее, обязанность духовного учителя объяснить нам нашу ответственность, как материальную, так и духовную, или другими словами, указать на наше место в этой системе варнашрамы, наша обязанность принять эти наставления и, занимаясь параллельно еще чисто преданным служением, духовно прогрессировать. Я такой человек практичный. Я хочу понять, как я в эту варнашраму вообще вот все могу применить в своей собственной жизни. Не просто вот это книжки, почитать там умные лекции, послушать каких-то умных людей. Как я вот, ну, я вот эгоистка, меня интересует я сама и мое окружение. Как я сама в своей семье могу это на практике применить? Потому что теория меня не интересует вообще. Ну, я такая, ну, женщина. Вот. Ну, вот примерно с таким же вопросом обратилась
Парвати, Господу Шиве, Шримад Бхагаватам описывает эту историю, вам дают ей свое наставление. Сегодня Парвати обращается к Деванати Падиту, свидетелю исторического момента. Я буду давать сейчас свои инструкции. Итак, три вида тела. Никуда от этого не денешься. Мы находимся в этих телах, как в скорлупе. И в соответствии с тем, что эти тела обусловлены разными кармическими реакциями, еще добавок ко всему, нам необходимо исполнять разные виды обязанностей в соответствии с нашим социальным положением и также духовным положением. Отсюда формируются, как ни странно, не три, а четыре вида обязанностей как таковых такого среднестатистического кришнаита грехаски. Первое – это личная духовная практика. Так, а что сюда входит, моя личная духовная практика? На твой взгляд, что я должна делать? Что это такое? Ну, если у меня есть обязанности мои, ну, есть обеты мои, да, первое – мои обеты личные. А это же моя духовная практика личная, да, которую, допустим, я давала, да, это воспевание святого имени, да, поддержание определенной там сауны, да, то, что какие виды деятельности мы давали, да, то есть сюда входит же. Четыре принципа? Да. Нет. Это инструменты, которые способны нас возвысить до гуны благости. Четыре принципа – это инструменты, которые нас могут, способны нас возвысить, но, допустим, чтение 16 кругов, да, что такое? То есть чтение воспевания святого имени, чтение книг Шрилы Прабхупады – это моя личная духовная практика. Это что? Это, ну, это посещение дхамы, да, паломничество по святым местам, это что? Поклонение божества, может быть, да, это поклонение там Туласи, это то, что касается личного. Это мое личное служение. Совершенно верно. Это то, что каждый из нас совершает лично с целью развить индивидуальное взаимоотношение с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Это делается не самостоятельно. Мы должны понимать, что духовный учитель является прозрачной средой. Тем не менее, это наша личная ответственность. А вот, допустим, сюда в личную мою духовную практику будет входить, допустим, посещение харинам? Нет, это уже другого рода обязанность. Мы сейчас о ней будем говорить. А можно тогда не сразу, как бы духовное, мы поделим на две и сразу вторую проговорим? Я, ну ты знаешь, об этом даю свой семинар, тренинг для обычных людей, для кармических людей. Кстати, он с таким же названием у нас проходит и в среде преданных, конструирование жизненной миссии. И я объясняю людям вот эти прописанные истины, то, что каждый имеет вот эти вот три тела. И обычным людям я говорю, что у вас существует три вида обязанностей. Они это легко съедают, потому что есть обязанности, связанные с духовным телом, с тонким и с грубым. Все понятно. Но в конце, уже на закусочку, так, факультативно, я им еще объясняю, что как только ваш духовный сосуд наполнится, появится делиться. Желание, совершенно верно, поделиться с тем, что вы получили, поделиться своей собственной духовной реализацией. И покуда деятельность духовная, она абсолютна, то ее не бывает никогда мало или много. Вот эта духовная, так называемая, обязанность, она делится пополам. То есть первое – наполнение сосуда, а вторая – отдача. Ну, это участие, да, в миссии Прабхупады, да? То, что нас касается. Мы занимаемся личной духовной практикой, и это можно понять как наполнение собственного сосуда сердца, да, вот этой любовью, этой шакти, бхакти и все остальное, что мы получаем с помощью чистого духовного эксперимента. Когда наше сердце исполнено вот этой любви, энтузиазма, наши глаза горят, только в таком случае мы имеем право, опять же, под руководством гуру или старшего духовного наставника выходить куда-то в мир и участвовать в проповедническом движении. Господь Чайтанья, он является прародителем, как бы, движения сознания Кришны, и он установил эти нормы, все проповедуют. Все его преданные выходили и проповедовали. Я не хочу сказать, что кто-то не имеет права проповедовать, но мы должны некую планку для себя ставить. Например, люди из
не самого высокого социального сословия, не должны, может быть, проповедовать руководителям человечества. То есть они могут выступать в качестве лжегуру, потому что они не будут, во-первых, авторитетны для этих людей. Не будут авторитетны, в первую очередь, по той причине, что уровень разума, уровень образования, да, понимаешь, о чем речь? Уровень даже культурный и социальный, все это будет ставить на определенную ступень. То есть человек, который получает наставление... И поэтому он должен выполнять свое служение, проповедовать под чьим-то руководством, да? То есть старший ему может сказать, ой, там, в администрацию президента идти, да? Вот иди лучше вот в пищу для жизни и помоги там... Мыть котлы, скажем. Да, мыть котлы, либо там, ну, это будет нормально, это все правильно поймут. То есть и наши чувства, наша квалификация будет занята соответствующим образом, и вдобавок ко всему мы никого не заденем, мы не обидим. И еще самая главная, наверное, проблема, которая возникает, преданные, которые достаточно бедны, когда они видят богатого потенциального какого-то там господина, спонсора, в их глазах сразу же загорается зависть. И человек, которому они начинают проповедовать, он это чувствует. У него появляется чувство отторжения. Человек понимает, что что-то хотят с него поиметь. Мы отпраздновали страшное количество людей вот из высоких этих социальных кругов. Это касается, в первую очередь, деятелей искусства и культуры. Я не буду называть фамилии, но вот где-то в приватной беседе я могу это сказать, чтобы никого не компрометировать. Это известные писатели, эстрадные исполнители. Ну, грубо их просто, когда они уже становились даже преданными, они занимались той же практикой, что и мы, и просто доили буквально, как это в Индии кого-то, божественной тарайской... Сурабь? Нет, Сурабьяна из духовного мира, Камадхену. Корову, которая исполняет материальные желания. Это экспансия Сурабхи в материальном мире. То есть любой преданный может проповедовать самостоятельно, либо под чьим-то руководством. Но если самостоятельно, то необходимо выбирать как бы цели соответствующие. Так вот, проповедь – это одна из наших обязанностей, но обычно я о ней говорю в конце. Обычно то, что наиболее привычное, то, что в первую очередь необходимо, распевание святого имени. Господь Читание называет это обязанность номер один. Можно тогда, коль мы уже сразу на две поделили, да, нашу, знаете, духовную обязанность, да, поделение, как личная духовная практика и, допустим, участие в миссии. Я так поняла, что участие в миссии, вот эта вот проповедь сюда входит, и распространение книг, семинары, лекции, психология, астрология, все что угодно. Все, что косвенная и прямая проповедь, да? Совершенно верно. То есть, правильно ли я понимаю, что если, допустим, преданный думает, о, я занят, допустим, там, санкиртаной, но при этом он пренебрегает своей личной духовной практикой, да? То есть у него получается перекос, да? Либо он занят личной духовной практикой, но он не участвует никак миссии, никак в проповеди не участвует, то есть у него тоже как бы, ну, хромоножка, так? Да? Да, совершенно верно. Мне задавали эти вопросы, вот, скажем, один человек, он бизнесмен, зарабатывает хорошие деньги, и его представление о его духовной жизни – это жертвовать, как-то помогать, значит, вот в миссии этой проповеднической, но при этом он не читает мантру, соблюдает принципы, но мантру не читает, потому что, ну, вот его же супруга, она не разделяет, она в штыки настроена. И вот он мне задал вопрос, а разве это не одно и то же? То есть это одно из видов преданного служения. Там. То есть, в принципе, это неплохо, что он там жертвует, как-то поддерживает, но он просто, ну, все равно не прогрессирует, да? Он прогрессирует, но до определенного уровня. Он просто как бы держится на одном уровне. То есть вот эта рекомендация Кришна не отвергает людей, которые не способны напрямую сразу с ним контактировать. По разным причинам не способны. Из-за внутренних каких-то проблем, из-за внешних.
Он говорит, ну хоть что-то делай. Ну, хотя бы поддерживай тех, кто занимается преданным служением. И таким образом, да, люди привлекаются, в первую очередь, что там, ну, возьмите копеечку, да, давайте у вас книгу приобрету, там, чем вам помочь, там, что-то прийти, там. Но если мы хотим, успеха, если мы хотим прогресса, да, то мы должны понимать, что у нас вот эти вот должен быть баланс, да, между. Так или иначе, мы все-таки любого потенциального, как бы, человека, который к нам приходит, вдохновляем все-таки на мантру. Вдохновляем на мантру. У него могут быть разные предрассудки, а не предал ли я там, скажем, свою там веру, которая по рождению ему там приписана. Какие-то другие вещи, там, которые не позволяют там. Но так или иначе мы вдохновляем на Махмату. Это более высокого уровня ответственности. Они говорят, Господь Читание, это обязанность преданного номер один. То есть это именно то, что, собственно, нас отличает от всего остального мира. Мы повторяем святое имя Кришны, мы кришнаиты. И вот эти две вещи, их не надо путать. И не надо думать, что и то, и другое имеет общий или одинаковый эффект. То, что касается обязанности номер один, это вот личная духовная практика, она нацеливает нас на получение внутреннего результата. Это работа над своими анардхами, это молитва, это покаяние. Это то, что происходит внутри нашего сердца, и обычно это никто не видит, кроме нас и Гуру. Но необходимо также и внешнее проявление. Мы объединяемся вместе, идем проповедовать, идем воспевать Харинама Санкиртана. И это также имеет определенный плюс. Например, если мы где-то пробуксовываем внутри, в самостоятельной работе, многие, большинство, я знаю, этим не занимаются, то есть джапа механическое, представление о молитвенной жизни механическое, ну как же я столько стихов знаю, да? Я там пищу предлагаю, я на том городом, столько их знаю. Мало того, я знаю те, которые даже и Прабхупада о них не говорят. Ну, я где-то в Вриндаване, скажем, слышал. Вот. Но если в это не вкладывать эмоции, если это делать механически, то личная духовная практика она превращается просто не в фарс даже, не знаю что. Если внутри пробусовка мы идем туда, где мы собираемся вместе, и вот эта вот синергия, вот эта вот, когда. Когда все воспевают вместе. Когда мы собираемся вместе, да, это нас очень вдохновляет. Особенно если туда приходит какая-то сильная духовная личность, она так зажигает, что вот этот вот потенциал возрастает в нашем сердце в сотни раз. Тем не менее, плоды и результаты вот этих двух видов духовной деятельности, они разные. Это два вида наших духовных обязанностей. Есть еще два вида наших материальных обязанностей. Один из них в большей степени связан с удовлетворением тонкого тела, это наша семейная жизнь именно. Это та сфера, где мы получаем максимум эмоций, как позитивных, так и необязательных. И другая сфера – это сфера экономических интересов, или другими словами, там, где мы удовлетворяем в первую очередь потребности грубого тела. Работа. Это все, что касается экономики, будем так называть. Это то, что касается семьи, сюда надо отнести дом, хобби, здоровье, дети, жена, теща, родственники, все что угодно. Все, что касается нашего внутреннего круга общения. То есть в этот круг вхожи, ну, определенные люди, небольшое число их. Это дети, супруги, старшие родственники. С ними мы общаемся неформально, с ними мы общаемся, позволяя какие-то фривольности. Это допустимо. Но когда мы приходим во внешний круг общения, туда, где происходит наша деятельность, связанная с экономическим интересом, мы одеваем галстук, мы стираем тилок, и мы просто зарабатываем деньги. Еще два вида наших обязанностей – это то, что называют материальными обязанностями,
Семья и работа. Я не буду спорить и утверждать, что эти обязанности такие же значимые, как, скажем, личная духовная практика. Я, собственно, готов сказать другое. Единственное, что я опасаюсь, что фанатично настроенные преданные, они найдут даже и в моих словах подтверждение своей позиции, что материальные обязанности, они не нужны, они незначимы. Я повторюсь еще и еще раз, что покуда мы скованы разными обязательствами перед этим внешним миром, покуда у нас есть жены, дети, покуда в нашем сердце живо вожделение, мы обязаны заниматься исполнением этой материальной деятельности. Мало того, комментируя вот этот стих, где Кришна говорит, мой преданный никому ничем не обязан, Прабхупада говорит, что да, не обязан, а по большому счету, кому он достиг совершенства, он развил чистые отношения с Богом. Он очистился таким образом от любого вожделения, от любых обетов или от любых обязанностей. Но для того, чтобы не смущать простых граждан, он продолжает выполнять свои обязанности. Делает это совершенным образом. Мало того, Кришна приходит в материальный мир, он Арджуне говорит, да я никому здесь ничем не обязан. Но для того, чтобы эта вселенная просто не разрушилась, я своим собственным примером даю вам понять, что эти обязанности надо выполнять. Что это обязанности Бога возить кого-то на колеснице, что ли, да? Но он это выполняет, потому что он друг Арджуна, он хочет ему оказать помощь, он верен ему, дружеские отношения с Арджуной. Что говорить о нас с вами, то есть о людей, которые задолжали всем, задолжали государству, родителям, своим супругам, детям своим задолжали, кому угодно, полбогам, я не знаю. У кого здесь нет долгов? Выполняя эти обязанности, мы отдаем вот эти вот долги? Мы отдаем долги, но просто отдать долги, ну что, ну молодец, но отдал долги, да? Молодец, хорошо работаешь, на бам пошлю. Анекдот про Брежнева такой был в советское время. Кришна говорит, что это даже благочестивая материальная деятельность, которая связана вот с таким героическим отданием долга, она тебя свяжет определенными реакциями. То есть гуна-благость, она тоже очень липкая, она может так тебя увлечь, что ты о Кришне не вспомнишь. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, это мой любимый текст, 3.9, делай это как жертвоприношение для меня. То есть выполняя свои предписанные обязанности, имеется в виду материальные, а духовные, это, я не знаю, как делать это без Кришны. Заниматься духовной практикой без Кришны, это что это? Тоже можно. Машинально. Мантру повторять и не помнить, что это так Кришна. Что удивительно, когда вот это настроение преданного служения привносится в нашу обычную деятельность, когда ты воспитываешь детей, да? Когда ты служишь мужу. Я говорю, Кришна, я предлагаю все тебе. Нет, это очень примитивно. Никто не хочет исполнять свои обязанности. Это также заложено в нашей природе. А не на той обязанности, что нас кто-то, внешние какие-то обстоятельства, внешние законы обязывают это делать, заставляют. Потому что по большому счету легче тем лично полежу и просто курить бамбук. То есть на все наплевать, все забросить. Но Священное Писание заставляет человека это делать. А Кришна говорит, для того, чтобы не превратиться в благочестивый материалист или в того, кто живет по вот этим указаниям кармы-канды, делай это как жертвоприношение для меня. То есть находись постоянно в состоянии этого харинамщика, буквально. То есть ты харинамщик от начала до конца. Утром ты харинамщик, потому что ты свою личную харинаму повторяешь. Там наступил рабочий день, наступило время, когда необходимо заниматься экономической деятельностью. Ты тот же харинамщик. Ты выходишь на работу и делаешь настолько все идеально, что просто вообще кармические люди вытаращивают глаза и говорят, а почему ты вот такой? А ты говоришь, ну я слуга Кришны, как же, как я могу делать что-то плохо, да? Вот. В первую очередь, деятельность наша, она очищается, она находится в соответствии с четырьмя принципами нашими регулирующими. То есть мы не занимаемся деятельностью, которая связана с интоксикациями, мы не торгуем спиртным, не в разрешенное время, не в запрещенное. Вчера мы с тобой были свидетелями, как продавщица отказалась продавать поздно вечером спиртное алкашу. Нет, потому что я был в белой рубашке. Мы возвращались вчера с лекции,
И у меня выглядывала белая рубашка. То есть вдруг я какой-то начальник. Понимаешь? Она на меня смотрит, я видел этот взгляд, и она говорит робко: я не продам спиртное. И он пошел, принес там коробку с вином. Там оно ниже какого-то градуса, и это можно, значит. Не страшно. То есть продавщица, она частично каким-то образом выполняет этот один из принципов. Снижает потребление спиртного российским населением. Кришнаиты не продают сигареты, несмотря на то, что есть духовная организация, так называемая религиозная организация, где есть свободы по... Самокурению? Нет, по акцизам там. И... Есть другие нормы, которые необходимо также учитывать. Мы не занимаемся с развратом, с проституцией, с мясоедением. И самое главное, на чем спотыкаются бактерии, это незаконные игры. Да. Они думают, что незаконные игры, азартные, это казино. Это казино, которое сейчас в Краснодарский край, там мы все их отправим. Нет, это форекс, это биржа, это вся любая деятельность, которая не приносит пользы отечеству, буквально так. Ну, людям, социуму, в котором мы живем. Давайте посмотрим просто на примеры других ваших новых грехов, которые там Клавет Шридхар. Он делал там тарелки из банановых листьев. Это служение. Ну, он получал за это копейки, но он совершал служение определенное. То есть наша деятельность профессиональная должна взращивать в нашей башке это настроение слуги. Я всегда слуга. Я всегда харинамчик, я всегда проповедую, своим собственным примером проповедую. Когда я прихожу с работы домой, я не превращаюсь в монстра, да? Не начинаю там бить жену, там, я не бью себя, признаюсь. Только я тебя убью. Это шутка. Но ты при этом оклич не помнишь? Делаешь это как жертвоприношение? Никого. Это шутка была преданная. Не принимайте это. Мы просто иногда шутим. Семейная жизнь – это также яги для грехаски. Именно это нас отличает от обычных материалистических людей. Если их семейная жизнь предназначена для удовлетворения чувств, то наша семейная жизнь предназначена для возвращения обратно домой к Богу. Как это ни странно. Почему? Потому что в нашем доме Кришна живет. То есть он один из членов нашей семьи. Это объект, которому мы поклоняемся. Это нас отличает от всех других. И в том месте, где мы поклоняемся Кришне, мы не допускаем никаких скандалов, никаких разводов, никаких избиений. Не должны. Никакого насилия по отношению там, к детям, я не знаю, к тещам, кому угодно. Если мы не реализуем вот эту вещь в нашем доме, мы никогда не станем ашрамом. Мы просто будем женатиками, не более того. Ашрам мы не станем, потому что ашрам на санскрите обозначает... Прибежище. Совершенно верно, прибежище. Мы ездили в Джаганатхпури и жили в гостинице, которая называется Атадасрай. Атадасрай. Я спрашиваю индусов, а что такое ашрай? Прибежище. О, прибежище, здорово как. То есть там, где мы можем спокойно заниматься духовной практикой. Вот это называется ашрамом. Нам звонят, но мы остаемся с вами. У нас тоже не покидайте, не отвечайте на телефонные звонки. Понятно ли, да? То есть, вот смотрите, четыре вида обязанностей. Два из них... Это не надо, это провода. Рома ответит, наверное. Немножко сбили нас. Четыре вида обязанностей получается. Два из них духовных, два материальных. Мы говорим о том, что списывать с счетов ни те, ни другие нельзя. И когда я анонсировал вот эту тему сегодняшнюю, я говорил о том, что эти обязанности можно сравнить с переднеприводным автомобилем. Mm-hmm. То есть
передние два колеса, которые, собственно, являются движущими в автомобиле, это наша духовная обязанность. Это личная практика и миссия? Да, совершенно верно. Это личная духовная практика и участие в миссии. И сзади два колеса, которые вращаются, но не являются движущими, а просто поддерживают эту конструкцию. Но все равно необходимое. Необходимое, представь, как, скажем, у переднеприводной машины, там, у девятки, оторвать задние два колеса, она не поедет. Но будут какие-то поползновения, она будет очень, передние колеса будут бешено вращаться, свистеть, дым из-под них, там, из-под резины будут валить, реветь двигатель будет, и все будет говорить, какой энтузиастичный преданный, да? Но два его колеса важные, которые занимаются как раз вот решением вопросов с его тонким и с грубым телом, их просто нету. Они просто отрапевны. А у грехаскашем, да? То есть у бравачами? Нет, мы говорим о грехаскаше. Она же и тема заявлена. Предписаны обязанности грехаскаше. То, что касается, если уж на то пошло, саньяса ашрам и брамачаришам, у них существует два вида обязанностей. Всего-навсего два. И они не на машине едут, а на велосипеде. Они едут на мотоцикле. Да. На мотоцикле. Это личная духовная практика и проповедь. Но обратите внимание, мотоцикл не такая устойчивая конструкция. Надо быть очень продвинутым в духовных навыках для того, чтобы с большой скоростью ехать на мотоцикле. Ты не умеешь. Поэтому тебе предоставлена девятка, переднеприводная девятка, ВАЗ-2109. Нет, у нас Hyundai Elantra, тоже переднеприводный автомобиль, мы в нем ездим уже вот несколько лет. Не надо отстегивать колеса, которые кажутся ненужными. Они сами по себе потом постепенно этот мотоцикл, вернее, этот автомобиль превращается в мотоцикл, так или иначе. Но когда наш вот этот рюкзак с материальными обязанностями, он остается выполченным. То есть он остается пустым. Там нет ничего. Там мы рассчитались по долгам с государством, с полубогами, там, со всеми остальными. Поэтому получится так, что в какой-то момент мы почувствуем эту свободу. У нас нет вожделения, нет зависти. Все это отдано благодаря, опять же, совмещению вот с этой молитвенной жизнью, с одухотворением, благодаря тому, что у нас все это время было правильное сознание. И потом мы так или иначе пересаживаемся на этот мотоцикл и учимся на алкоголе давно уже. Мало того, на самом деле проповедь – это духовная обязанность, которая также заканчивается. То есть в духовном мире там нет этой необходимости кому-то проповедовать. Ну, да. То есть это особый вид духовной обязанности, которая проявляется только в материальном мире. А вот как раз взаимоотношения с Кришной – это вечный процесс. То есть по большому счету обязанность означает у нас только одна – личная духовная практика. Поэтому Господь Читание говорит, что она самая важная, самая ответственная. С нее все начинается. И если там все хорошо, в ранние утренние часы мы встали, хорошо помолились, отчитали, поклонились божествам, да? Во всех остальных сферах мы можем иметь успех благодаря этому. У нас есть вопрос? Один есть вопрос. Опять на межинах. У нас один человек постоянный. Да нет, побольше. Спрашивает, если жена не хочет читать джапу, что делать? Ага, у нас тут был такой же вопрос. Наверное, периодически возникает. Если жена не хочет читать джапу, пусть не читает, вы читаете. На что делать? А что делать? Нельзя же поставить пистолет в голове и сказать «люби Кришну». Да? Вот такого же не получится. То есть она не хочет повторять, ну, пусть не повторяет. Но если она поймет, почему ей нам необходимо повторять, тогда это будет правильно. Но если вы ее просто заставите насильно повторять мантру, а при этом она будет чувствовать
отвращение только, то ничего хорошего из этого не получится. То есть будет только обратный результат. То есть как насильно, так же как и насильно детей заставляют мату повторять, да, маленький ребенок, его сажают в позу лотоса, и вот. Ноги мы скотчем так смазывают, чтобы они не расходились у меня. Позу лотоса? Два часа. А для чего это делаешь? Чтобы можно было гордиться. У меня ребенок мантру повторяет. 16 кругов, нас мама Чебуана, говорю. У меня дочь в лотосе 16 повторяет, ей там 6 лет. Я спрашиваю, как же так, 6 лет ребенок говорит, прыгалка резиновая, пару раз отходили, и все. И повторяет тебе. Ну да, уже. Ну, а самое-то страшное, что она выросла потом и не повторяет уже. Ну да. Но в ведические времена все было гораздо проще, там было понятно, у кого какие обязанности. То есть вот эти обязанности, о которых мы говорим, они в первую очередь касаются мужчин. То есть это то, что касается экономической сферы, это ответственность исключительно мужчин. Если женщина занимается экономикой, это значит, мужчина слаб. Если... Или потребности семьи раздуты, вторая причина. А для женщин, наоборот, более ответственная эта зона как раз семья, дом, там создать комфорт, уют, там, чтобы семейный очаг не погас. Муж он приходит, он больше, чтобы ну, как бы отдохнуть, что ли, да, после решения экономических вопросов. И разделение обязанностей, оно всегда было, есть и будет. И мы говорим о четырех варнах, да, четырех ашрамах. Также мы говорим о мужчинах и женщинах, то есть это два разных вида живых существ. У них разное тонкое тело, разное грубое тело, душ только одинаковые, духовные тела одинаковые. И в связи с этим материальные обязанности и ответственность даже за выполнение духовной деятельности, это сопряжено с высокой ответственностью личной духовной практики, проповедь в том числе. Все это должно быть очень сбалансировано и разумно расставлено в семье. Чтобы не было такого, например, бывают случаи, жена, скажем, подрядилась исполнять какое-то систематическое там, служение в намахате или в храме. Там, каждую субботу она исчезает и где-то там чистит картошку там, по полтонны, там, план такой, полтонны картошки там, на воскресенье начистить. А муж при этом, там, скажем, оставаясь честным при этом, он чувствует, что... Ну, какой-то дискомфорт в семье, там, дети на него, там, теща недовольна, что-то еще, там, в семейной вот этой сфере происходит разгрызг. И я, по-моему, упустил эту важность, необходимость, чтобы существовал здравый баланс между всеми этими четырьмя вещами. То есть, чтобы исполнение одной деятельности не мешало исполнению другой. То есть, допустим, у нас в каждой деятельности свои роли, допустим, да, то, что касается семьи, допустим, если там... В данный момент, ну там женщина родила ребенка, да? Да. То есть у нее больше сейчас перевешивают, больше, там даже личной духовной практики, там, ну, естественным образом, она не там... ходит на завод уже. То есть, когда она в декрете, она не ходит на завод. До этого она работала крановщицей. Да. Крановщицей в этом горячем цеху, где льют сталь. Серьезно спрашиваю. То есть, есть, допустим, вот эта женщина взяла ребенка, я очень много знаю примеров, когда ей даже сложно выполнять не то, что там участие в миссии, а даже сложно выполнять какие-то, ну, личную духовную практику, допустим, да, что там следить за личной гигиеной бывает сложно. И некоторые женщины настолько вымотаны бывают родами, что просто нуждаются в помощи, в защите постоянно. Естественным образом, надо здраво относиться, если она в это время не читает мантру, но да, об этом надо сожалеть, но пытаться компенсировать какими-то другими видами служения, там, пусть слушает больше, там, скажем, и то может ли она, скажем, бывают такие ну, гормональные вещи. Ну, так вот, где музыку вещи, ставим там, все время, пусть там фоном там крутится, крутится, там... Ну, хотя бы так, к этому надо нормально подходить без фанатизма. С другой стороны, если это затягивается, ребенок уже подрос, ему 20 лет, она продолжает экономить на джапе, то... А по большому счету, что интересно, если мы вот, ну, все-таки так или иначе претендуем на последователей ведической культуры, в ведической культуре вот эти вещи, эта ответственность на женщин не возлагалась. Почему Прабхупада как бы стал женщинам делегировать вот эту ответственность?
а просто они его вынудили это сделать. То есть он сомневался, отдавать ли вообще инициацию женщины, требует для них там обеты, соблюдать принципы. Например, когда Абай Чаран или Шрила Прабхупада, будучи молодым брихаской, получал посвящение от своего махараджа, он настоял на том, чтобы его жена получила вместе с ним посвящение. Да? Вот. Но по большому счету это не является нормой. То есть если женщина, она просто жена уважаемого вайшнава, она, это уже хорошо. Наша история, конечно, вайшнавская, она богата примерами очень ярких. Но это просто желание самой женщины иметь также, ну, личную духовную практику. То есть она, ну, она же джива, она же тоже хочет прогрессировать. Тем не менее, женщины, ну, не такой спрос. С другой стороны, а где сейчас женщина, а где мужчины в Кали-Югу? Ну да. Мужчины как женщины, женщины как мужчины. Поэтому уж главное, все получают инициацию на всякий случай, да? Но, тем не менее, мы должны разобраться, а кто же мы. Если я в мужском теле, наверное, у меня есть какие-то мужские обязанности, у меня есть мужская ответственность. Если я в теле женщины, ну не я, а ты в теле женщины, то стало быть, у тебя свои обязанности, своя ответственность. И все это необходимо делать аккуратно, тщательно, с любовью и делать как жертвоприношение для Кришны. И тогда все естественным образом будем вставать на свои места. Но если жена не прочитала 16 кругов, не надо ее расстреливать за это. Надо понять, она чем-то заморочена была еще. Может быть, ребенком, может быть, ей приходится работать. Может быть, она после работы приходит, и еще требуется, чтобы она готовила там обед. Это все очень сложно. Почему она выполняет еще и мужские функции? Ну да, сейчас вот много так, что, допустим, мужчина сидит, так шастру почитывает. Так не делает. Браво, так не делает. А он почитывает, может быть, и так. Ну, может, не так, нравится, он почитывает. Шастру, вот, а она не знает, как заработать, потому что на ней еще дети, на ней работа, у нее личная духовная практика все равно, вот, и она еще и участвует в миссии какие-нибудь там махаты, там какие-нибудь хрена, какое-нибудь служение, что-нибудь там мыть, правильное, там что-то такое, вот, и ей там надо еще пойти поработать, чтобы на еду заработать, еще наготовить и настирать, вот, а он мантру успевает или книжки почитает. Ну, это неправильно. Это, ну, какое-то атрофированное представление об обязанностях вообще о духовной жизни. Ну, это сложно назвать это греха, скажем. Это, ну, непонятно что. И я за то, чтобы все трудились, все работали. И брахманическая деятельность не обязательно подразумевает, что ты оставил всех голодными. Возьмите Господа Чайтанью, он пошел на заработки туда, в Гаю, куда там пошел, это место, где собирались любители поспорить, и там можно было просто ну, заработать на своей образованности. Хорошо зарабатывайте хоть чем-то тогда. Что вы умеете делать? На этом зарабатывать. Гороскопы составляете, если вы умный такой. Да? Много желающих людей, которые хотели бы гороскоп, чтобы ведические составили. Что-то еще делаете. Сидеть на шее, мужчина теряет в своих качествах, он начинает копить долги, и эти долги, и те, которые сейчас остаются нереализованными, они заставляют его родиться еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну, не обязательно уже человеческое тело. Я слышал, по-моему, Прабху говорил, что преданный, который не выполняет свои предписанные обязанности, да, он в следующей жизни рождается преданным. Да. Но бедно, именно очень нищий. По этой причине в нашей организации очень мощный вот этот вот, ну, низкий социальный слой. Там, где люди даже не квалифицированы выполнять какую-то, ну, более-менее такую ответственную работу. То есть таковых много. Я бы не сказал, что большинство, но их много. А то как раз люди, которые в прошлой жизни не успели рассчитаться по разным причинам. Они с банкста сталкиваются, да? Кришна шанс дает. Да, пожалуйста, вот пирожок тебе на алтаре лежал. Там, вот тебе, пожалуйста, возможность там на программу приходить. Там. Ну, преданные всегда накормят. Да, накормят, напоят. Но вот такие вот обязанности тоже, вот смотри, вот, я не знаю, как духовно, нематериально, как куда это отнести? Допустим, есть преданные, они там
практикуют много-много лет, и они на ней приходят, ну, приходят на программу по воскресеньям, там всегда накормят, то есть, ну, приходят как там в столовую или там. Это христианский вариант по воскресеньям. Это в воскресенье я преданный. Ну, пришли, вот поели, и все, там, ни служение, ни ответственность, там, ну, кто-то кормит, кто-то там деньги там собирает, кто-то что-то делает, ну, кто-то как-то, вот, а я преданный там, или на праздники, или только. И так много же, просто из года в год они вот так вот приходят. Ну, это тоже неплохо. С одной стороны, это тоже неплохо, по крайней мере, какая-то привязанность есть к Кришне, какая-то есть просада или еще к чему-то. Но если мы хотим действительно прогрессировать, то есть мы не должны говорить за всех, уж все сейчас прям кинутся, послушав там вот этот, нашу кухонную беседу с тобой, кинутся там, составляют планы, как там скорее обязанности свои выполнить. Этого не будет. Просто вот этот посыл касается тех, кто хочет действительно быть по-настоящему успешным в духовной жизни. Давайте присоединяйтесь. Вы можете зайти на наш сайт grihastha.info, и там есть раздел с нашими семинарами в разделе «Медиатека», надеюсь, там Девананды Парвати. Там есть семинар «Конструирование жизненной миссии». Это такой прокришнаистский вариант вот этого семинара. Послушайте, почитайте, если вас это вдохновит. Мы этот семинар давали в прошлом году в Кучугурах. Вы можете обратиться ко мне, скажем, по электронной почте. Я вышлю вам таблицы для того, чтобы создавать свои планы. Буквально благодаря вот этой схеме сбалансированного исполнения своих обязанностей можно строить свои планы на будущее. Планы на будущее, и мы будем видеть. Бог ты мой, мы прогрессируем во всех сферах. У нас появились деньги, у нас появились отношения в семье, у нас появилось святое имя. Мы стали проповедовать через некоторое время. А опять по поводу проповеди, смотри-ка, существует два вида или два инструмента проповеди. Когда мы выходим на улицу, там, Хари Кришна, Хари Кришна, и никто не знает, что мы внутри негодяи, на самом деле. Я не о всех преданных, а вот я, например, вышел, я негодяй, но при этом я воспеваю. Человек привлекается, он говорит, а где ваша... контора, да, я хочу прийти, записаться, хочу. Да, он приходит, записывается, начинает посещать наши мероприятия. И тут он говорит, Девананда Парвати, ты негодяй, оказывается. Да. Потому что так пьет, хорошо. Сморкается в угол, я видел. Он нечисто воспевает святое имя. Хотя на лекции проповедует имя. Он букву «Р» не выговаривает, да? В слове «Харе». Да, «Харе». Что он еще там? Он не посещает Бхагаватам по утрам. Хотя живет здесь буквально 15 минут на машине ехать. А. Вот. Ну, еще можно найти там чего. За мной не будут следовать. За мной не будут следовать. Если я, конечно, не буду продолжать дальше людей как-то обманывать. То есть основная причина нашего разочарования, когда мы видим, что люди, которые нас сюда привели, которые в какой-то момент стали нашими вот этого One Production Guru, мы видим в них какие-то несоответствия. Поэтому мы должны находиться в постоянном состоянии духовного роста. То есть если мы еще с улицы кого-то способны заснуть, то внутри внутренняя проповедь, она должна строиться по другим канонам. То есть это так и на, что есть те, которые просто затягивают, а есть те, которые еще и здесь на месте проповедуют. Проповедуют. И то здесь... есть Вован Капандит привлек, а, допустим, здесь на месте уже... буду слушать, допустим, нет, лекции Госвами Махараджа. Без разницы, Госвами Махараджа или кого-то, внутренняя проповедь, она должна быть гораздо более качественной, чем внешняя проповедь. Mm. У нас другое представление. Наша задача привлечь новых людей. Да, это хорошо, это понятно. Мы хотим расширить миссию, совершенно верно. Но что сделать с теми людьми, которые уже здесь? Они дорастают до определенного уровня, начинают видеть недостатки, прыщи, да? Uh-huh. Например, издалека мы смотрим, вот какая красивая девушка, подойду как познакомлюсь, я привлекся, да? Есть некая тенденция к сближению. Я подхожу, у нее черные точки там на носу. Вот. Не хочет уже общаться, хочет уйти просто, да? И вот то же самое, когда люди приходят, они начинают видеть все несовершенства. Как меня вечером, хожу джапу читаю в ранней беговой, подходит такой, ну, мальчишечка, такой молоденький, я так понимаю, откуда он, с Кавказа, с таким очень сильным акцентом, он говорит, где здесь храм Хари Кришна? Я говорю, это вот там он теперь, он здесь был, да, прям рядом тут, вот, но теперь он там, на Динамо. Как я туда приеду и увижу его, какой он из себя? Говорю, ну это такие вот вагончики. Какие вагончики, слушай?
Какие вагончики? Это храм Бога! Я говорю, ну я понимаю, но пока это вагончики. То есть в его представлении Кришна, преданная, это фестиваль, это могущество, это богатство. Что мы не претендуем на Айшварю, у нас немножко хотя бы это должно быть. Но когда к нам подходит ближе и видит наше несовершенство, говорит, ваше место в вагончиках, ребята. Это прям самое то место ваше. И мы не перепрыгнем эту планку, пока у нас не будет правильного отношения к личной духовной практике, к исполнению своих материальных обязанностей двух видов и к правильному отношению к проповеди. То есть, когда мы будем давать людям именно то, что мы сами реализовали, то, что мы сами умеем делать, а не просто какие-то высокопарные там вещи, которые сходили, может быть, с уст Ачарьи. Но ты готов подтвердить своим опытом, своей практикой этот высокий уровень, о котором говорит Ачарьи. Поэтому именно Ачаром или своим собственным примером мы способны проповедовать наиболее квалифицированные, качественные уже копать до самого сердца тех людей, которые к нам пришли вовнутрь. По-другому никак. Именно по этой причине в Чхупати существует система наставничества. Именно по этой причине мы бредим эту идею, что у нас это тоже будет. Но наставник это не тот, кто начитался книг и просто там, как из пулемета, какие-то лекции там выдает. Наставник это который соглашается копаться в сердцах своих подчиненных и порой свое собственное сердце. Не подчиненных, а подопечных. Извиняюсь, да, подопечных. И порой свое сердце даже раскрывает там. И это очень серьезная ответственность. И это будет работать только тогда, когда в организации появятся первые семьи, живущие в соответствии с этим здравым балансом. Да, они есть, есть. Они есть. К сожалению, многие из них на периферии находятся. К сожалению, потому что... По городам разбросаны, да? Разбросаны. Я не имею в виду... На периферии, как бы географически, а на периферии организации. Многие обижены, потому что в основном пока еще в организации не созрело вот это вот представление о новой проповеднической стратегии. То есть есть старая стратегия, которую еще построил Прабхупада, вот эта храмовая система. То есть когда мы просто набираем людей, когда в организации появились первые 500 человек, Прабхупада сказал, стоп! А теперь наступило время кипятить молоко. Что он имел в виду? Давайте догадываться. Кипятить молоко. То есть он говорит, уже 500 человек уже много. Строить отношения. Строить отношения, совершенно верно. Но отношения мы будем строить, когда у нас в семье есть отношения, когда есть правильное представление о нашей экономике, когда здоровые семьи способны строить отношения экономические, ментальные и всякие остальные, и в том числе духовные. Пока у нас этого ничего нет. И я просто призываю, давайте попробуем что-то в семье самой сделать. Может быть, на это уйдут годы, но это уже гораздо лучше, чем просто кичиться и амбициозно на какие-то там высокие вершины замахиваться. Нет, ну и также мы должны понимать, коли у нас есть эти наши предписанные обязанности, мы сейчас обсудили, что у нас их 4 видов, да, коль мы грехаски называем себя таковыми, значит, мы должны также что-то делать. То есть, в основном у многих преданных я знаю, что есть личная духовная практика, есть работа, есть семья. Но нет, допустим, участия в миссии. Не в этом дело. Или есть участие в миссии. Основная проблема в том, что люди не относятся к этому серьезно, с должным уважением. То есть есть какая-то работа, надо пойти и как там срубить бабла. Нет. Преданные Кришны идет для того, чтобы послужить обществу, в котором он живет. Этому обществу мясоедов там без разницы, наркоманов или где он там находится. Яркие примеры чистых вайшнавов, таких как Васудева, отец Кришны, да, таких как Акрура, которые являются чиновниками в этом демоническом аппарате Камсы, но при этом являются чистыми преданными. И свое служение делают идеальным образом. Рупа и Санатана Госвами, когда они находились на государственной службе у Хусейн Шаха, они исполняли свою деятельность настолько квалифицированно и... Он не хотел их отпускать. Он не хотел их отпускать. Он поднял свои полки, чтобы они нашли их, когда они убежали. Ну, такие ценные кадры вообще. Он на откуп им отдал вообще всю церковь, вайшнав. Сказал, делайте, что хотите вообще. Мне главное, чтобы вот в казне было все хорошо, чтобы налоги собирались, и чтобы бунтов не было, самое главное. И они занимались выполнением этих функций. С ними
и души не хотели здороваться вообще, потому что они носили вот эти вот тюрбаны мусульманские. И такие сафьяновые туфли, как у меня, сейчас покажу. Мне, извиняюсь, мне признали друзья преданные из Казахстана. Примерно в таких туфлях ходили, а вы сами подослали по улицам, где они там жили, на Новобитове, где? Нет, не на Новобитове. Вопрос у нас есть? Вопрос такой немножко провокационный. Если получается жить, не работая, нужно ли специально искать работу? Ну так не бывает, жить не работать. Что это значит? Вы инвалид или кто? Даже инвалиды работают. Они, ну, любой человек, который чист сердцем, он хочет быть полезным окружающим. То есть бхакти начинается с того, что мы хотим стать слугами. У меня вот хороший пример в жизни был. Вот, с сыном старшим, Нарасимхой, мы приехали в Майпур. Он, ну, первый раз мальчик оказался в Сутетхаме, ему было там 16 лет. И я его предостерег, будь осторожен, здесь исполняются все желания. Через пару дней он приходит ко мне с вытаращенными глазами, все желания исполняются. Почему так? Ты мне объясни. Это очень простой механизм. Здесь все слуги. И преданные ходят в настроение слуги и думают, как послужить вот тем, которые рядом ходят здесь и обитают. Естественно, Господь через сердце подсказывает, вот этот нуждается в этом, а этот в этом. Иди сделай это служение. И таким образом в духовном мире все служат друг другу, и все друг друга исполняют желания. И поэтому духовный мир называют тем местом, где исполняются все желания. Майпур – это такое место, где исполняются все желания. Вайшнавская община – это то место, где должны исполняться все желания. Преданный – это человек, который исполняет желания тех людей, которые его окружают. Материалисты они или кто. Ну, я имею в виду, конечно, хорошие желания, правильные желания. Это тот человек, который бескорыстно служит. И если у вас есть возможность жить, не ставя перед собой задачу зарабатывать на жизнь, допустим, у вас какие-то не трудовые доходы существуют, там, допустим, вы получаете прибыль от аренды там, жилья, я не знаю, чего-то еще. Нет, аренда, а сдача. Ну, сдача в аренду, да. Ну, да. Это не говорит о том, что вы больше ничем не должны заниматься. Ну, тогда человек может, допустим, углубить себя там, в миссию, в проповедь, ну, еще во что-то. Да. Ну, мало. Можно заниматься альтруистической деятельностью, поддерживать свое благочестие. У нас в организации есть программы там, «Пища жизни», еще какие-то, да? То есть, ну, тогда можно работать, ну, как оказывать какие-то услуги обществу, там, преданному. По своей природе живое существо, оно деятельное. Это то, что отличает нас от мертвой материи. То есть от нас исходит этот импульс, желание что-то делать, что-то двигаться, что-то продвигать, что-то творить. Поэтому не надо умирать преждевременно, надо что-то делать. Я не думаю, что это большая проблема. Займите себя чем-нибудь, чем-то полезным. Люди, которые, например, очень богаты, особенно это было, ну, хорошо проявлено как бы, вот, в дореволюционной России, многие богатые женщины, которые не были обременены вот этой необходимостью зарабатывать, скажем, сидеть с детьми, да, они занимались меценатством, благотворительностью. Они открывали разные благотворительные фонды. Обучающие, школы. Школы, больницы, совершенно верно. Хосписы. Ну да, просто если просто сидеть и проматывать то, что тебе приходит по карме, мне кажется, это карма когда-то закончится, да? Карма закончится, и придется все равно начать зарабатывать. Потому что какую-то все равно надо деятельность благочестивую делать, чтобы и дальше к тебе эти деньги приходили. А не просто так сидеть и прожигать. То, что тебе сейчас приходит. Вы можете делать пожертвования, участвовать в каких-то хороших проектах, поддерживать книгоиздателей. Многие вот люди, которые умеют хорошо писать и полезно писать, я имею в виду преданных, часто испытывают нужду, что ли, в поддержании вот своей издательской деятельности. Потому что, скажем, книги, которые издаются здесь в рамках ИСККОН, они порой не приносят прибыли, хорошо себя окупают тираж. Что-то еще пишут? Должен ли грехастха заниматься каким-нибудь служением в храме? При каких условиях грехастха может начать вести бхакти-вриджу?
давайте про бхакти-врикшу. Необходимо дозреть до этого уровня, необходимо почувствовать эту уверенность, что вы способны вести людей. Если просто выполнять механически вот те, то вот о чем в ваших вот буклетах там написано, да, от этого не будет большой пользы. Должно быть осознание, должен быть потенциал. Вы должны быть старше духовно тех людей, которых вы ведете. Это обязательное условие, я считаю. А так и есть? Нет, просто иногда преданные набирают как бы равных себе и пытаются с помощью просто вот механического следования тем вот программам, которые разработаны там, скажем, вот уже там в Прабхупадмине, да, и не обязательно это даст хорошие правильные плоды, на каком-то этапе там все свалятся за голову и поймут, что это все невкусно. То есть пастор, он должен быть сильнее. То есть он должен развиваться. То есть если преданный берет ответственность, он должен понимать, что. Не обязательно, что это уровень уже чистого преданного, что он сейчас прям сядет там на висасу и начнет инициировать всех, но какой-то потенциал должен быть так или иначе. И первую часть вопроса напомните. Должен ли преданный грехаска заниматься служением в храме? Да? Ну да. Мы говорим о том, что необходимо участвовать в проповеди, когда мы почувствуем, что мы на это готовы. Допустим, наша работа и наша семейная жизнь упорядочены таким образом, что, допустим, в субботу-воскресенье у нас появляется свободное время, желание что-то сделать для общины, для своего движения, для миссии духовного учителя. Мы, как я уже в самом начале говорил, не обязательно должны заниматься личной проповедью, может быть, у нас нет качества. Ну, да, может, просто язык настолько костный, что просто он не ворочается, мы не можем произносить правильные слова, строить фразу. Тогда давайте помогать тем, кто делает это квалифицированно. Давайте в храме, может быть, какое-то служение осуществлять. Готовиться там на пиры, допустим. Готовить на пиры, приходить в гирлянды, делать там все, что угодно. Можно часть служения там на дом брать, допустим, пока ребенок спит, там раз гирляндочку сделал, да, там, и отправил ее. А вот Мата же просит, а можно еще раз повторить про материальные обязанности двух видов? Два вида материальных обязанностей. Это все, что касается семьи и все, что касается экономики. Семья, экономика. Этот раздел «Семья» в себя включает не только отношения между мужем и женой, а также отношения с детьми, со старшими родственниками, с близкими родственниками. Это ответственность за стариков, инвалидов, сирот, которые находятся в рамках нашего клана, что ли. В семье, да? На попечении кого-то, это старшие родственники. Это все, что касается хобби, здоровья, всего, что связано с эмоциональным нашим, с эмоциональными нашими потребностями. То есть, если вы хотите сходить в театр, это как раз вот из этой оперы, то, что семьи касается. Нет, может быть, у вас работа такая, но вы ходите, может быть, вы театральный критик, это другое дело. И то, что касается работы, это все, что связано с экономикой. Я повторюсь, семейная сфера в первую очередь решает потребности тонкого тела, и решает наши эмоциональные потребности, а экономическая сфера занимается решением вопросов нашего грубого тела в большей степени. Такой вопрос. Если преданный работает в храме за деньги, это является работой или преданным служением? Это и то, и другое. В храме работают за деньги по той причине, что это служение, по всей видимости, отнимает очень много времени и требует определенной квалификации. Я знаю много замечательных преданных, которые за очень небольшие символичные деньги в храме здесь, вот в Москве, совершают чудовищные объемы служения. Чудовищные объемы служения. Я считаю, что эти заработки, они очень символичны, мы должны низко кланяться просто перед этими людьми, которые совершают квалифицированным образом свое служение.
но при этом не претендует на что-то большее. Это явно барманические качества этих людей проявляются. Они согласны совершать аскезу. То есть даже получается не то, что зарплата, но оно, конечно, идет так, как это организация, оно идет как зарплата, но это просто как бы идет пожертвование для поддержания. Да? Жизнедеятельности. Нет, это вполне нормально. То есть, если мы нанимаем каких-то специалистов, которые работают квалифицированно и заняты по много времени, допустим, там, наш юрист Махабларом Прабон, там за очень символичную сумму столько занимается, там, по 18 часов в день, мало того, постоянно какие-то командировки туда-сюда, там по стране катается, там разгребает эти завалы юридические. Почему бы не платить? То есть, а почему в храме должно делаться за бесплатно? То есть, мы должны быть реалистами. Другое дело, когда человек пришел, помог и ушел. Когда у человека мотив такой, чтобы выбить что-то здесь, да, какую-то зарплату, там сидеть и как, а превратиться в такого, червя, что ли, храмового. К сожалению, такие случаи имеют место. По большому счету, это ответственность общины нанимать таких специалистов. И наем таких специалистов, он должен быть тщательно продуманным, он должен быть оправданным, преданные, как не налогоплательщики, а жертвователи, да, они должны в первую очередь сами понимать ясно, а почему в храме есть такие единицы, которые получают зарплату, и оправдано ли это. И с другой стороны, они должны иметь полную и ясную картину, полное и ясное представление о том, как перераспределяются пожертвования. То есть никто не имеет права индивидуально решать эти вопросы. Если так происходит в вашей общине, где вы живете, в вашем храме, то Это неправильно. Это чревато тем, что просто потенциал пожертвований он с каждым разом будет слабеть. И все время для того, чтобы собрать на очередную какую-то нужду, необходимо сделать хороший пиар, вдохновить, зашахтить. И при этом они такие, народ самодовольный, у нас там 500 рублей достал. Мне кажется, на хорошую программу, когда люди видят, что программа есть, то есть они сами вдохновляются жертвовать. Ну да. Или как? У меня будет отдельная еще встреча, то, что касается вот всей финансовой вот этой вот расклада. Мы начнем опять с личной ответственности за деньги, да, и закончим потом индивидуальной этой ответственностью, общинной или храмовой ответственностью за деньги. Мы будем об этих вещах говорить, как оно должно быть, как не должно быть, каковы будут реакции на то, если мы неправильно делаем или нечестно поступаем. Это очень большая тема, и к ней надо будет отдельно повернуться. Все впереди, смотрите наши будущие эфиры на Ведомедиа. Так. Пока нет вопросов. Будем чай пить. А, нет, что-то есть, извините. По почте пришел. О, как Хари Кришна. Как определить, когда нужно жениться? Мне 23 года, я не против женитьбы, но пока не чувствую такой необходимости. Спасибо, Руслан. Дорогой Руслан, не торопитесь. Вы не девушка, вам не должно грозить холостое положение на протяжении всей жизни. Жениться гораздо легче, чем выйти замуж, поэтому не торопитесь. И если вы чувствуете, что сейчас нет такой потребности, это и хорошо, потому что вот эти годы молодые вы можете посвятить своему духовному становлению. Учебе, да. Если есть возможность у вас пожить как брахмачари, сделайте это. Это вот мой вам хороший совет. То есть брахмачари-ашрамы вас научат тому, как исполнять свои духовные обязанности, как заниматься качественно личной духовной практикой. Для многих грехаскар это, к сожалению,
большая загадка, потому что у многих из современных семейных преданных заключения не было брамачари ашрама. У меня тоже не было брамачари ашрама, так получилось, я уже женатым пришел в духовную жизнь. Но я две ночи ночевал в брамачари ашраме, мне это хватило на всю жизнь. Ну это, наверное, склад такой, да, быть брахмачарь или как? И все склонны к этому. Нет, должно быть обязательно ученичество, пока человек молод. Но если уж так получилось, что человек не прошел, ну куда же деваться? Ну, надо просто нам создавать хорошую качественную школу грехас. Люди со всей стороны могли бы приезжать бы и обучаться всем этим. Ну, то есть не надо бросать семью ради того, чтобы стать брахмачарьем. Нет, это неправильно. Если человек оставляет семью, то один путь в ванапрастху. Но у ванапрастхи должен быть, как это, грин-карта, да? Вид на жительство, так называемый, документ, в котором написано, он никому не должен. Это, знаете, интересно. Алиментов нету, да? Вот, если вы гражданин США, не так-то просто вам поменять гражданство, оказывается. То есть не так просто уехать в другую страну и, скажем, принять гражданство в другой стране. Вам необходимо собрать необходимые документы, которые бы подтверждали, что вы не имеете долгов перед разными кредитными организациями, перед разными фондами там, и так далее. Вот, мало того, какое-то время, там, полгода или сколько-то вас проверяют в разные спецслужбы, не имеется ли таких долгов. И тогда только отпускают. Это то же самое в ванапрасхе касается. То есть если вы ванапрасха претендуете потом стать саньяси, вас необходимо проверить, а не бросили ли вы где-то там, да, тайно рожденных детей, скажем. Пару-трое чужом. Да. И в разных городах, да? Да, в разных городах, с разными. А не ужали ли вы там кругленькой суммы, там заняв у кого-то денег там до получки, скажем. И вот эти все вещи, они необходимо их учитывать, иначе вы в шафрановом атмаше не будете иметь успех. Один человек из одного северного города поехал на юг, потому что там жизнь легче. Он думает, там быть ванапрасхе гораздо легче, чем на севере. Потому что на севере там надо, по крайней мере, во что-то одеваться, а на юге можно разведом ходить. Вот. И так он не доехал, увел жену прям по дороге у другого овощного. Это очень глупо выглядит. А, поехал в ванапрасху принимать? Да. Ну, вроде как принял даже. То есть я не понимаю. Ладно, да, очень наверное. Вот. Вот такие вот сумасшествия бывают, к сожалению. Это все от того, что все это делается без воли духовного учителя, что ли. Любой жизненно важный шаг необходимо сверять, как бы, с пожеланием духовного учителя. Вот я, например, женился на памяти, я спросил Гуру Махарадж, мы можем пожениться? Пожениться, посмотрим, что из этого выйдет. И он мне сказал, но ты должен быть очень серьезным в духовной жизни. Помнишь эти слова, не прямо? Он несколько раз. На нескольких даршин говорит. Одно и то же правило. Я не помню, а несколько лет пройдет, на ты пришли назад. У меня, помнишь, этот был такой загон, больше никак не назовешь. Мы посетили Грушинский фестиваль, это был 2001 год, и то, что там делал Говинда Махарадж, меня просто вообще ошеломило. Такая харинама санкиртана, просто я на крыльях летал. Мало того, он меня заметил и привлек сразу к служению. Я занимался организацией культурной программы. То есть я с утра до вечера культурно программлю, собираю людей, там, расписываю программу на вечер. Да. Что интересно, что-то получается, там публика, которая приходит, она в экстазе. Вот я еще веду программу, там что-то каламбурь, какие-то шутки. Я был просто вообще в экстазе. Я когда вернулся домой, я пишу Гуру Махараджу, своему Прабхавишну Свами, письмо. Дорогой Гуру Махарадж, я был вот на груше, Говинда Махарадж меня там вдохновил, я очень хочу проповедовать. Пожалуйста, благословите меня. Тут же приходит ответ. Обычно Махарадж там неделю молчит, а тут же приходит ответ. Это все очень хорошо, но сначала ты должен обеспечить свою жену. Если потом, свою семью. Если потом у тебя появится желание проповедовать, ты можешь это делать. Я так, вот это да. Какое-то новое наставление в 2001 году. То есть до этого нам другие вещи говорили. Санкиртана. Ну, Махарадж это не надо.
Ну, про Вайшну с вами Махараджи, да, он был сдерживает в этих вещах. Ну, как бы основная линия как бы, в организации была Санкиртана, проповедь внешняя. Потом Хари Кришна с вами, когда отошел, что-то стало меняться, скорее всего, ну, просто как бы не стало, на мой взгляд, какой-то вот общей вот этой вот объединяющей идеи, а что, собственно, это, как сейчас наша миссия должна быть выражена. Вот. Ну вот про Вайшну с вами он дал такое наставление. Я обеспечивал семью. Вот смотрите, мы сейчас в Москве живем. Я думаю, это результат приложения моих усилий, результат благословения духовного учителя. И все, как он в воду глядел, как будто проповедую теперь, вот мы, собственно, чем и занимаемся. Проповедуем каждый четверг на волнах Веда Медиа, наши прямые эфиры, пожалуйста, приходите, смотрите, задавайте ваши вопросы. Заходите на наш сайт grihaska.info или наберите в поисковике «Институт вайшнавской семьи» или наберите просто «Девананда Пандиты Парвати» и вы обязательно попадете на наш сайт. Там целый кладезь, там целая вселенная, там все, что касается счастливой, удачной жизни в грихаскашрамах. Я без ложной скромности называю этот сайт главным русскоязычным проектом в интернете. Ну, для грехаса. Для грехаса, конечно, для грехаса. Вот, если вы покажете какую-то альтернативу, я откажусь от этих слов. Пока это так. Приходите, это большая польза. Берите, слушайте, смотрите, читайте, делитесь своими какими-то впечатлениями, задавайте вопросы. Буду вступать в живое общение. Там очень много полезных лекций прикладного характера. Для меня это очень важный критерий. Я отбираю лекции только прикладного характера разных воздушных преданных нашей организации, которые проповедуют для грехас. Приходите, слушайте. И сейчас вот просьба есть небольшая. Вы сейчас говорили о отношениях преданных и отношениях к деньгам. Можно ли как-нибудь вот провести такой живой эфир? Какие должны быть отношения между преданными в денежном смысле? То есть как себя правильно вести? Ну, вы следите за программой, за нашей. Мы будем постепенно развивать всю эту тему. Она очень большая, потому что она касается всех сфер нашей жизни. И вот за один день, за один вечер невозможно сразу даже поговорить об этом. Коснуться всех этих сфер. Да, будет у нас тема, которая будет называться «16 золотых правил экономики греха с крашером». На нашем сайте вы можете предварительно послушать семинар, он был прочитан в школе Грихас в Волгограде. В разделе «Медиатека», лекция Девананды Парвати, заходите и послушайте. То есть вы это можете сделать уже прямо сейчас, вот, не отходя от своего компьютера. И потом мы сделаем ну, более живую версию вот этой темы, мы будем говорить, мы озвучим все эти 16 золотых правил. Может, кого-то пригласим, еще других преданных, чтобы они поделились. Ну да, чтобы было интереснее. Мы пригласим человека, который хорошо зарабатывает деньги, скажем, который знает, что это такое, не понаслышке. И спросим, а каково это, а что это, как увеличить. Директора Марики. Можно и так. Если такой заказ будет, будем вести с ним переговоры. Слава Ещенко. Но он неформатный человек, у него есть наставление не фигурировать слишком от это. Вот здесь есть отзывы. Спасибо за интересное общение. Спасибо вам, дорогие. Еще пишут очень хороший формат. Очень хороший формат общения, все равно как будто в гостях побывали. Да, хорошо. Заходите еще. Всегда заходите. Чайку можно даже предложить. В следующий раз у нас саджинис будет. В следующий раз я, наверное, одна буду, да? Да, я уеду в командировку, Парвати будет одна. Мы пока не знаем, как именно будет сформулирована тема, но это, скорее всего, может быть больше для женщин. Для женщин, да. Поэтому, дорогие женщины, выбирайте своих мужчин и будете общаться с Парвати. Следите за обновлениями на нашем сайте. Спасибо большое, Харе Кришна.